Попытка номер два. Я не думаю, что ситуация в корне изменилась, но хотя бы, я думаю, чуть-чуть лучше стало. Ну чё, отпишитесь. Всем привет, привет, привет. У меня сегодня, как в принципе обычно, очень клёвое настроение. Я звоню по традиции уже из пробки. Движение достаточно плотное, медленное, поэтому я не особо пренебрегаю правилами безопасности, сидя с вами в перископе. Куда едешь? Я еду по традиции в зал. Хочу немножко побегать. Вот. Заниматься не буду. Силовая была вчера. Перезагружать себя тоже нельзя этим. Как погода? Погода, ну, достаточно хорошая. 13 градусов показывает термометр. Вот. И солнышко, и вроде небо ясное, но обещаю дожди. Такая Марфуша очень милая. Спасибо. Не важно, как видно, главное слышно. Вот, вот, правильно, правильно. Ну что, светится лицо. Так лучше? Ну что, о чем сегодня поговорим, пока времечко есть? Твоей сестры проблемная кожа. Как боролась? А ты? А, у твоей, это вопрос. У моей сестры, да вроде нормальная кожа. С чего взяли? Вообще такой странный вопрос. У меня хорошая кожа, бывает высыпание только перед циклом. Ну, это, в принципе, всем девочкам знакомо, не сильные. А, отправила фото в Дирек, посмотри, говорят, мы очень похожи. Хорошо, Дирек сейчас вообще не разбираю практически, там очень много кто пишет, вот. И раньше было как-то легче отвечать. Сколько тебе лет? Мне 20-сарик. Настя, не стоит стесняться, роста есть, фигура хорошая, 176. Раньше я тоже стеснялась, у меня рост 176. 8 сантиметров, но потом с течением времени этот комплекс перерос наоборот в гордость, и я горжусь своим высоким ростом, так что даже когда я полнею, да блин, да что ж такое засвеченность, даже когда я полнею, фигура выглядит более-менее эстетично за счет длинных ножек и талии. Считаешь себя успешной по жизни? Еще не до конца, но все к этому идет. Вообще нужно себя любить, нужно себя хвалить, но не перехваливать. А, вот, поэтому вы же знаете, что все идет из головы. Это работает. Что кушала сегодня? Сегодня я кушала утром. Утро начала с 2 стаканов воды. Через полчаса съела дикий рис с дорадой, овощами. А потом через 2,5 часа съела гречку с луком, отварную. Потом осьминога съела на гриле. Еще я, короче, кушаю 5 раз в день, не меньше. Разгоняю метаболизм. Осьминога съела с салатом с креветками. И только что овощной салат перед кардио. После кардио еще что-нибудь белковое съем и все. С завтрашнего дня поменьше буду кушать, потому что хочу подсушиться. Меньше углеводов будет. Когда хочешь стать мамочкой? Мамочкой хочу стать 2 года, не раньше. Нужно на ноги встать, нужно самореализации добиться. И я считаю, что самый идеальный возраст для того, чтобы рожать ребенка, 22-25 лет. Ни раньше, ни позже. Я вас с Тимати видел, вы вместе, а где видел? А ты работаешь? Да, я работаю, но официального места работы у меня нету. Смотрела фильм «Статус Авозин», как тебе? Нет, не смотрела. Настюша, будь счастлива, спасибо от души. Кого больше хочешь, сына или дочку? Хочу сыночка. 4 сыночка, лапочку, дочку, как говорится. А какая любимая еда у тебя? Да нет, я на самом деле все люблю. Если говорить о чем-то менее полезном для фигуры, это сыр и орехи. Но сейчас себя ограничиваю в этих продуктах, потому что все-таки стремлюсь к полному, ну не к полному, но к обезжириванию, как говорится. Вот, все, сейчас стараюсь хотя бы 70% соблюдать диету, которую прописал мне мой любимый тренер Пашечка. Вот, свой рацион я по частям и с практически подробным описанием выкладываю в альбом в своей группе ВКонтакте. Ссылку на группу вы можете увидеть у меня на стене, на странице ВКонтакте. Молочные продукты я не употребляю, только в виде протеина после тренировки. То есть я могу выпить раза 2-3 в неделю протеинчик.
Ё-моё, сколько народу читала, до встречи с тобой, нет, не читала. Амир, приветик, привет. Устроит трансляцию об уходе косметики. Когда у меня будет дофига свободного времени, когда я не буду задолбанная приходить домой, я обязательно это сделаю. Так, утром что кушаешь? Утром самый идеальный завтрак, девочки, это овсянка на воде. Овсяные хлопья я употребляю органические, либо овсяные ржаные органические. Варю их на воде, иногда наполовину на миндальном молоке. Получается очень вкусно, чуть-чуть подсаливаю. Вот, и для того, чтобы чуть-чуть еще более углеводистым сделать блюдо или подсластить, можно добавить чуть-чуть меда. Но мне достаточно подсолить или протеинчика подсыпать. Вот, употребляю ее с кунжутом, иногда добавляю изюм, лепестки миндаля, еще делаю с корицей, яблоком. Очень много вариантов употребления овсянки. Это мега крутой и полезный продукт для фигуры, для организма и так далее. Каждый день кашу не надоедает? Нет, я не зацикливаюсь на еде. Я сейчас хочу, чтобы мой рацион был более-менее однообразный. То есть я среди углеводов, если говорить об углеводах, я употребляю только гречку, дикий рис, иногда киноа, чечевица редко и овсянка. Так. Привет, привет, хумус кушающие. Что? Нет, хумус я не кушаю. Я не люблю подсолнечные семечки. Привет, хорошие тренировки от души, спасибо. Это будет только кардио-тренировка. С первого раза сдала на права. Да я на самом деле первое время вообще без прав ездила. То есть я села в тачку и поехала. И это была живая практика, я научилась ездить прямо сидя за рулем, не зная ни правил, ничего. Вот. У меня просто от рождения, видимо, дано хорошо водить. Я достаточно уверенно вожу с самых первых месяцев. Полезна ли сауна? Я в сауну не хожу. Не думаю, что полезно. Но иногда можно. Говорят, шлаки убирают. Тогда я к этому так вообще на пофиг отношусь. Какие планы на завтра? Завтра у меня съемка. Пусть там просто позвонили. Кем ты работаешь в Бэкстаре? Единым вдохновителем одежды. Вот, ну там много всяких нюансов, и от меня сейчас много чего зависит. Потом все узнаете. Очень эрудированно для 20 лет. Радуюсь, что есть такие девушки. Так держать. Спасибо. Главное, чтобы не было регресса, и я не стояла на месте, а только прогрессировала. Соевое молоко не опасно, как считаешь? Раньше пила его каждый день, чуть ли не каждый день, на замену обычного молока коровьему. Но потом углубилась в этот вопрос и узнала, что соевое молоко – это не самый полезный продукт для человеческого организма. Там, по-моему, гормоны содержатся или что-то такое. В общем, лучше миндальное пейте. Кеннерджи не употребляю, я люблю нормальную пищу. Правда, что от мяса кожа лица ухудшается? Нет, неправда. Но от мяса есть риск развития раковых клеток. И мясо вообще, в принципе, не полезно. Вообще ничем не полезно. Все эти B12, железо, это все херня. Можно их получать из других продуктов. Ты очень сильно зависаешь, Настюш, перезайди лучше. Без тонировки? Нет, с тонировкой оттуда ничего не видно, а здесь видно с моей стороны. Кефир не пью уже с самого детства. Красивая такая, счастье тебе, солнышко, спасибо. Не надоедает стоять пробку по 2 часа? Я никогда по 2 часа не стою. Вот сейчас вот самое пиковое время, буквально, я думаю, минут 30 зависну и все, и доеду. Мне почему-то везет на пробке, ну точнее, я не попадаю в них. Какой у вас стаж вождения? Больше года. Соленый, общайтесь, общаемся. Транжира раньше была, сейчас нет, сейчас стараюсь рационально расходовать свои финансовые средства. К сожалению, показатель доходов и расходов моих, они показатели, они равноценны практически. Но я думаю, что нужно увеличить доходы, а не уменьшать расходы.
чтобы был какой-то контраст между этими показателями. У тебя вторая машина есть, уже нету. Что, правда, Вторая мировая началась с поддержкой СССР? А что? Нифига себе, кстати, я люблю вопросы про историю. Нет, нет, неправда. Так, стоит делать кератиновое выпрямление? Не знаю, говорят, не очень полезно. Вообще, говорят, есть новая процедура, это ботокс для волос. И я хочу его попробовать прям буквально на днях. Что ты скажешь об Алене? Об Алене она ведь не, о тебе нехорошо рассказывала. Я ничего плохого о ней не скажу, и она вряд ли обо мне плохо рассказывала, и хватит уже провокацией заниматься, девчонки, займитесь лучше своей жизнью. Хватит уже эти войны диванные устраивать. Волосы свои? Нет, я же обрезала недавно свои, у меня под коры удлиненные. Это голливудское наращивание. Завтра выложу видео, покажу, как это делается. Обязательно. Это нонсенс, на самом деле, в плане волос. Потому что я раньше наращивала волосы с помощью капсульной технологии. Сейчас все изменилось, и слава богу, потому что хоть теперь не буду травмировать свои волосяные луковицы. Видели уже фотки, какие фотки. А, с наращиванием, ну там видео, там вообще огонь. У тебя была проблемная кожа? Ну, давно чуть-чуть, сильно проблем никогда не было. А, она в своем эфире оскорбила эту фамилию. Человек просто, может быть, не знал, как правильно произносится новая фамилия. Я вас умоляю. Хватит, девочки, провокаторши маленькие. Не получится у вас больше. Так, какая машина? Mercedes G-класс. Ты говорила про новые проекты, когда, какие именно проекты? Ну, столько всего в голове, главное, чтобы силы были, чтобы все это осуществить. А, ты, так, тиражир, я уже ответила на этот вопрос, смотрите ранее. Так, ты куда перестраиваешься? Подожди. Гелик, МГ, да, есть лучшая подруга? Есть, одна, единственная. В Питере была, про Эрика Давидовича слышала, надеюсь, что все образуется в скором времени. Вот, крутой тип. Ты кто по нации? Русская и немка. Как тебе заставить улыбаться? Я постоянно улыбаюсь, мне не нужен для этого повод. Привет, где пятачок? В Лос-Анджелесе. А, гедик, чисто гелик. Так, вопросы про Тимати вообще можно не задавать. Если вы видите, то никакой перспективы у вас нету. Я не буду отвечать на эти вопросы. Ребят, ну уже как бы уже давно пора понять. Братиш. Какую музыку предпочитаешь? Давайте что-нибудь поставлю. Давно не было треков из трансляции. А вот то, что у меня сейчас было, кстати, видео. Новый трек Дрейка и Канье. Сейчас. Секундочку тут немножко. Немножко хреновая связь, потому что я в тоннеле. Так. Милейшая, спасибо. Спасибо.